Здравствуйте, дорогие мои подписчики, зрители. Сегодня поиграем в Тропика 3. Ой, извиняюсь, Тропика 6. Сегодня будет интересная игрушка. Будем делать 400 туристов. Победа у нас 400 туристов. Эра у нас последняя. Попробуем последней эре поиграть. Мы уже проходили 400 туристов, но последней эре мы не проходили еще. Ставим максимальный бюджет. Развиваем нашу тропику. Как мы будем экономику развивать? Я думаю, мы будем делать сыр. Это нас спасет. Ну давайте начнем. Бюджет я максимум поставлю. Начинаем. Так, у нас уже доступны не просто фермы, а ферма-фабрика. Давайте ее откроем. И тут откроем. Так, нам что нужно? Козы. А для этого нам нужно... Сейчас. Давайте мы сразу вот тут. Вот интересно. Пока одну поставим. А ведь скорость прибавим. Сразу иммиграционную давайте поставим, а то нас заполонят наши колонисты. Наш остров. Так, ну что, строится. 4 планета приехал. Так, что нам нужно для этого? Что он потребляет? А он ему надо только электричество, как я понял, да? А, нет, кукурузу. Кукурузу и электричество. Кукуруза и электричество. Кукуруза у нас есть. Давайте электричество поставим. Давайте сразу электро. Солнечное. Электростанцию. И сразу, пока есть деньги, сыроварню. Так вот поставим. Сыроварня. Так. И давайте здание жилое поставим. Самое лучшее, самое крутое. Вот так вот. Ждем. Так, тут уже у нас. Благодаря новой есть автоматической системе голосования, давайте следующие выборы будут справедливыми и честными, с нулевым риском неожиданных тут неполадок. Президенты, Америке надоело быть супердержавой. Президент, все мои нелегальные мигранты законно записаны в качестве стажеров. Они квалифицированные рабочие получают 2 цента в час, как тут и все остальные. И даже платят налоги. А теперь давайте поговорим о делах. Все, у нас молоко вы пошло. Только посмотрите на него, президент. Так, равенство не значит, что мы все станем одинаковыми. Мы должны уважать личность президента. У меня есть максимум парочка идей. Если цены этот гад перестанет болтать. Так. Вот, все. Смотрим. Ну, что так отлично идет. Молоко у нас есть. Сейчас мы все красивенько сделаем. Я хотел все красиво оформить. Тут давайте посмотрим, сколько у нас 20 рабочих есть. 5 средних, 15 не образованных. Президенте, не хочу вас беспокоить, но в мини-баре закончился лед. Ну давайте, вот тут у нас посмотрим красоту. Параметр. Важно для туристов.
Вот тут мы будем делать. Вот тут мы будем делать наш туристический рай. Начинаем. Пока есть деньги. Так. Дорога. Что-то она не хочет у нас. Дорога у нас не хочет делаться. Но тут бывают глюки в тропик с дорогой. Давайте отсюда. Не хочет она почему-то. Так. Давайте. Пусть необъятная мощь моей страны не... Китай. Давайте мы с вами отсюда попробуем построить дорогу. Вообще дорога не строится почему-то. Давайте отсюда. Так, глюк. Ну что, тут построили. Дайте бюджет посмотрим. Сколько у нас денежек идет. Это спортсмен 9000. Нормально, сейчас туризм будем развивать. Давайте с вами порт построим. Так, порт есть. Так, отлично. У нас денег мало. Вот нам экономику. Сколько молока дает, посмотрим. Еще можно. Вы и я, президенты. Мы с вами в окопах сражаемся. Солнечная электростанция. Давайте еще одну сыроварню, потому что... А у нас денег мало. Прекрасные времена. Шок будущего. Агрессия на дорогах. С технологиями все стало намного лучше. Так, давайте еще одну сыроварню. Так. И нам медицинскую надо. Я думаю, что поликлинику сделаем. Денежек не хватает. Мы в долгах. Ну ничего. Вот 14 тысяч. Тут на максимум. И тут мы увеличиваем. Так, отлично. Порт. На максимум. И тут мы апгрейд. Так, смотрим, сколько у нас рабочих осталось. 11. Делаем первый отель. Давайте мотелем подешевле. Вот так вот поставим его. И еще я хочу построить развлекательное гольф-поле. Так, отлично. Строится. Посмотрим наш бюджетик. Молоко идет. Сыр. Так, отлично. Ну вот, 9000. Так, давайте поставим. Не можем. Сколько оно стоит? 12 тысяч, ничего себе. Но она приносит по 5 тысяч, хорошо. Давайте посмотрим, как у нас. А, у нас молоком еще. Так, нет, молоко ушло. Сыра мало. Можно было побольше сыра. Сыра маловато. 11 тысяч. Давайте. Вы знаете, что математика — это тайный язык вселенной? Что-то нас атаковали этими всякими заданиями. Ставим. Ну-ка, туристов прибудет.
прибыло. Потихонечку развиваемся. Дадим. Так. Смотрим. Молоко. 2000. 2000. На максимум. Можно еще одну сыроварку. Посмотрим, сколько тут сыра. 1000 маловато. Ужасный компьютерный вирус червь, напавший на нас в среду, сражен эль-президента. Интернет в безопасности. Мы в долгу перед вами, вождь. Два работника. Тут ставим жилье. Так, отлично идет. Сейчас надо не забыть построить поликлинику. То у нас будут проблемы. Давайте откроем миграцию. Открытые ворота. Еще 10 туристов прибыло. Тут смотрим. Ну, не полностью работает. Тут у нас почти бедком. Ну вот, прибыль пошла. Сколько рабочих приехало? 4 рабочих места. Тропиканцев. Давайте ставим еще один мотель. Так, еще один мотель. Посмотрим, как у нас пойдет дело. Так, тут гольф-поле занято полностью. Не знаю, как вы, президент Энна, я сегодня проснулся с желанием... Набрали мы с вами вон сколько обязан. О, 12. А теперь к деловым новостям на канале Уно. Давайте мы с вами поставим. Угроза ядерного апокалипсиса миновала. И цены наконец-то стабилизировались. США и Россия договорились уладить разногласия посредством матча по армрестлингу. Пожарную часть поставим, потому что нам, как всегда, не в нужный момент начнется пожар. Дайте вот электростанцию. Вот так вот сделаем. А у нас нормально уже. И торговля. Давайте посмотрим, торговлю. Сыр есть там? Там, может, сырок есть наш? Есть, но не минус 3%. Невыгодно. Так. У нас почти битком туристы. Туристы почти битком. Спасибо за помощь, президенты. Помните, слушать меня всегда полезно. У нас рабочих мест, но нам ничего нельзя. Пока рабочих рук нет. Чуть сыр у нас плохо стал производиться. Ну, а так нормально. Девять восемь миграция. Все равно минус. Тут что у нас? Тут битком. Давайте еще один мотель. Еще один мотель. Что у нас с поликлиникой? Максимум. Тут все. Делаем максимум. Угу. Сыр у нас 1000. Еще 2. Ну, нормально по деньгам. Смотрим, что у нас с рабочими. Ровно пока. Пока можем еще. Еще можем увеличить места отдыха.
Давайте гольф-поле поставим. Вот, гольф-поле. Угу. Что? Сыр. Не ахти. А почему? Молоко есть. Странно, молоко есть, все вывозит. Так. Тут. Смотрим. Рабочие руки. Нехватка. Пять, смотрим по заданию. 62 туриста. Еще мотель ставим. Еще один мотель. Туристы идут. Вот. Вот поле занято. Я думаю, нам сыра хватит прибыли. У нас сейчас, давайте посмотрим по деньгам, что у нас. Ну, в плюс ушли. Сыр 19. Судьи турист. Вот аренда, сборы. Гольф-поле 8. Ну, гольф-поле сейчас будем развивать. Будем получать прибыль. Вот еще надо будет в поле. Так, где она у нас? Вот она. Вот в поле. Перейдем. Прикольно все. Робо-автомобили. Они врезаются в стоящий впереди грузовик вместо вас. Уже скоро на всех улицах. Тут давайте все улучшим. Угу, у нас электричество не хватает. Не, балансы все нормальные. Подстанция делать надо. Где у нас подстанция? Вот она у нас подстанция. Ускорим. Все заработать должно. Так, что у нас горит? Вот, я же говорил, будет что-то гореть. Ух, наше главное здание почти. Миграционная служба. Так, 4 у нас в запасе работника. Сейчас мы их истратим. Денежки у нас пришли. Так, туристы, туристы, смотрим. О, 12-4. Все занято. Давайте еще мотель поставим. Мотель. Тут у нас все он максимум. Смотрим, сколько. Вы у нас закон, туристов. Президенты. Никто в вас не сомневается. 87. Маловато. Нам 400 надо. А давайте сразу набьем карманы туристами. Раз, два, три, четыре. И вот тут. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот так. И посмотрим, что будет. Так. Гольф-поле. Граждане требуют провести выборы, президент. О, 97%. Что у нас электричество? Нормалек. Жильем. Жильем надо еще ставить. Башню.
Еду нам надо, кстати, вот 92. Вот это другой разговор. 166. Так, мы ставим. Так. И вот так. Смотрим, что у нас в рабочей силе. Ну, вот сколько туристов побежал смотреть. О, туристы. Все забито. Все места. Больше поле надо еще ставить. Гольф поле оставили. И нам башню надо еще ставить. Ставим. Так. Что у нас с денежками? Смотрим. Так. Что у нас с денежками? Ну, сыр у нас так 7. Вот, туристы. 36. Это отели, как я помню. И, сборы. Гольф-поля 26. Отлично. Смотрим дальше. Туристы идут. Между законным и незаконным один шаг. Такой мы. О, еще почти столько же. Строится все. Ну что, ускорим? Давайте еще мотели настроим. Официальное сообщение дворца. Криптовалюты несовместимы с духом патриотизма. Что это за валюты, на которых нет изображения Эль-Президента? Красивенько построили. И теперь ждем, когда построят. А мы не будем ждать, мы сейчас ускорим. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот это. О. Вы это сделали, президенте. Победа вот за нами. Выиграли. То есть за вами. Поздравляю, дорогие мои подписчики и зрители. Мы выиграли по туристам. 400 туристов. Последняя эпоха. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. И жду вас до новых встреч. Пока, пока.